Чтобы ваш четверг прошел не скучно, мы сделали подборку самых интересных событий, которые ждут вас в этот четверг. Итак, сегодня днем пройдет один из самых актуальных вебинаров «Действия эффективного стартапа после выхода из пандемии». Эксперты поделятся опытом и дадут практически полезные советы, как отреагировать на изменения, которые происходят сейчас в мире. А вечером пройдет онлайн-лекция по тайм-менеджменту. Спикер Лейла Марадзе, директор дизайн-карьеры, расскажет, как грамотно сервить во времени и ничего не упускать, а также даст советы по планированию дня и даже недели. Ну и, конечно, сегодня финальный день фестиваля ВКФест. На виртуальной сцене выступят Ольга Серябкина, Джакалиб, Маруф, Артик Асти, Брейнсторм, Хёрт, Сергей Лазарев, Руки Вверх и Баста. В общем, это пропустить нельзя. Подключайтесь. Но это был топ-3 онлайн-мероприятий четверга по мнению нашей программы. Еще больше можно найти на сайте «Мой портал» в разделе «Лучше дома».